Кстати, на форуме обсудили и развитие нефтесервисных компаний. И, как отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, международная нефтесервисная четверка сегодня имеет значительную долю рынка именно в высоких технологиях. И задача России – справиться с этим вызовом. В рамках кластера сегодня разработаны новые меры поддержки именно для нефтесервисных компаний. И компания «Интегра» – одна из ведущих российских компаний, которая как раз выстроена по принципу вот именно нефтесервисной. И на сегодняшний день мы вовлекаем их в кластер и подписываем соглашение на предмет развития именно нефтесервиса на территории Тюменской области. Поэтому благодаря таким соглашениям и компаниям мы усилим роль нашего кластера для решения важных стратегических задач для всего российского, для всего топливно-энергетического комплекса.